Что, готово? Да? Берем его. Опа. Опа. Ну вот и все. Сейчас наливаем следующий. Растекаешься. Главное, чтобы растекся. Не бойся, не бойся. Все, нормально растечься. И жарим следующий. Ручка холодненькая, спокойно берется. Вот так мы печем блинки. Вот, видно, что блинок совершенно не прилипает к сковородочке. Ну что, есть эффект? Да. Согласны? Согласны. Никаких проблем, даже для мужика спечь блин. Оп. Вот, пожалуйста. Ну все, вот поверхность после того, как мы попекли. Нет, сейчас мы выключим. Видно, что ничего абсолютно с поверхности не прошло. Никакого на ней масла, жира визуально не видать. Вот такие чудеса.